Всем хей-йоу, друзья, с вами Пыша Яркинг. Сегодня я вам покажу всех NPC в Power Simulator 2. Если что, все названия NPC будут в описании, поэтому и там будут указаны тайм-коды, поэтому можете на них переходить и смотреть, где находится этот NPC, который вам нужен. Первый NPC находится, ну, в принципе, его каждый найдет. Вот он прям на спавне. Дальше у нас NPC, давайте я вам сразу покажу, в полицейском участке. Вы идете в него, вот сюда вот. Здесь у вас такая вот Magic Hero стоит, вы у нее можете взять квест. И здесь еще у нас полицейская, да? Да, полицейская стоит и вам тоже махает, и вы у нее тоже можете взять квестик. Дальше у нас рядом со спавном, давайте я вам покажу здесь уже близенько. Здесь у нас стоит Клетус, рядом с этой штучкой, вот Клетус у нас стоит, рядом с полицейским участком. И здесь у нас стоит такой вот клуб. В этом клубе у вас есть Экодит, ну такой. Вы его тоже там ну, для квеста, если не ошибаюсь, нужен. А дальше, в принципе, тут рядом тоже находится. Вот здесь вот такая вот штучка. Вы идете вот сюда вот, и здесь у вас, как я это называю, на свалке, здесь у вас есть вот такой вот, здесь на прокачке 1000 сил, вы можете здесь поговорить с Риги. Вот такой вот челик. И снова же, не отходя далеко, в принципе, вы можете здесь вот найти вот такой вот, как, я не знаю, что это такое, но вы можете сюда зайти. Вот тут стоит челик, вы идете в эту, как, базу. Электробазу, кстати, да. Заходите сюда вот, и вы у него можете взять тоже квестик. Дальше здесь у вас есть вот такая вот, ну, мост прям рядом. Это, как я называю, токсическая локация на карте. Она выглядит вот так вот. В принципе, недалеко идти. Вот тут спаун, по дороге идете и вот сюда вот. И здесь у вас будет стоять ниндзя, у которого вы можете взять квестик. Вот тут ниндзя стоит. Вот он здесь вот стоит, такой черный, вам снова же рукой махает. И вы у него можете взять квестик. Дальше тогда мы ресетаемся, чтобы, если что, ну, долго просто нам бежать. И если что, я играю на веб-сервере, поэтому ссылочка на веб-сервере есть в описании. Можете заходить и, может быть, попасть даже в видео. Дальше у нас квест находится вот здесь вот, рядышком. Точнее, следующий NPC находится вот здесь вот. Вот, это у нас, как это сказать, Виктория, да, получается? Вот здесь вот она на спавне почти находится, она находится на прокачке 100 психики. Дальше, ну, это уже последний, получается, NPC. Вы от этого кастрика вот так вот идете, проходите вот эту вот фабрику, находите вот такой вот мост, который ведет на другой остров, идете по этому мосту. Идете, и вам надо прийти на прокачку 100 ну, от 100 миллионов психики. Да, вам туда надо прийти. Я тэпнусь, потому что так будет быстрее. Вот, все. Когда вы сюда дошли, до этой прокачки 100 миллионов психики от 100 миллионов, здесь у вас есть вот такая вот бабушка, крутая бабушка. И здесь у вас есть пицца Гай, получается. Ну, короче, мальчик, который пиццу дает. Ну и все, я всех показал, вроде как, ну, по идее всех, да. Тогда все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!